25 января прошло первое совещание рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Десногорск. Обсудили и наметили основные направления по разработке краткосрочных и длительных программ мероприятий. До 2 февраля группа должна собрать объективную информацию о социально-экономическом положении в городе, обобщить все данные и провести анализ. Проекты должны быть реалистичными и отражать все сильные и слабые стороны развития. Разработка стратегии привлечь наши общественные организации, чтобы они включились в работу. И опять же, те же проекты, которые будут реализовываться у нас, они должны быть реальны, отражать ту действительность, которая сейчас существует в муниципалитете. То есть мы те задачи, которые выполнены по определенным параметрам, не сможем, понятно, что затрагивать их не будет. До 1 июля документ должен быть разработан, пройти публичные обсуждения и в сентябре принят на сессии горсовета. При этом стратегия должна учитывать интересы всех слоев населения. На всех этапах ее разработка и обсуждения должны быть максимально публичными, и все мнения должны быть максимально учтены. От общественных организаций, от депутатского корпуса, от госкорпорации «Росатом», тоже как одного из крупнейших налогоплательщиков, от других крупных налогоплательщиков города. На данном этапе рабочая группа определяет приоритетные направления социально-экономического развития Десногорска.